Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил, что эпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля. Число заболевших может вырасти до десятков тысяч человек. При этом он отметил, что американские эксперты считают невысокими шансы вспышки лихорадки Эбола в Соединенных Штатах. Меры, объявленные президентом США, включают отправку 3000 американских военнослужащих в страны Западной Африки, а также строительство новых медицинских центров. В настоящее время вирус Эбола распространился на 5 стран Западной Африки – Гвинею, Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию и Сенегал. Эпидемия болезни, от которой пока не существует вакцины и лекарств, началась в этом регионе в декабре 2013 года.